Всем привет, друзья! С вами снова Лёша. И угадайте, что? Да! Я наконец-то раскрасил эту воду кистью. Получилась радуга. И, друзья, я не показывал, наверное, но она может убирать эту краску еще и вставлять снова. Круто, ребята, да? Знаете, какими мы края сделаем? Ой, сейчас поищем. Во-во! Вот это я понимаю. Края. Вау! Вот это мне точно нравится, друзья. И да? Друзья, если вам тоже нравится, напишите об этом в комментариях. Так, друзья, ставим. Е-е-е, готово! Круть. Путь. Вали-вали-вали-вали. Ладно. Друзья, пошли. Я сделал очень-очень давно с Викой. Вы, наверное, ее видели в прошлой серии. Какой-то другой. Вы, наверное, слышали даже ее. Вот Е. Ой, друзья, не сделал отдаление. Во, на всю. Ой-ой-ой, друзья. Ой. Ой, спрыгнуть. Ой, прыжок нужен. Альт. Так. Где, друзья? Поехали. Ух, круто, друзья. Но нам сейчас нужно. Да, друзья. Тогда я здесь занимался только этими. Ладно. Неважно чем. Друзья, вы, наверное, разозлитесь, но я поменяю, пожалуй, уровень. Стоп, друзья. Подождите, я заканчиваю с видео. Всем